что вы сторонник более свободных отношений. И более чем что? Ну, свободных отношений, я могу так сказать тогда. У вас есть две дочери. Вот. И вопрос заключается в том, то, что как вы отнесетесь к тому, то, что если их будущие избранники будут относиться к ним так же, как к их женщинам сейчас? А вы знаете, я так прекрасно к женщинам отношусь. Просто ни одна из женщин не может сказать, что я мудак. Ни одна. Ну, может, кто-то и может сказать, но потому что она овца и дура. Вот. Но в общем-то, я fucking gentleman. Вот. All the time. И что касается моей семьи, моей Даши, матери моих детей, моих дочек и вообще всех остальных. Я считаю, я надеюсь, меня упрекнуть как бы не в чем. Я нормальный парень.